Евгений Плющенко прокомментировал информацию, что Алена Косторная решила вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. По словам Плющенко, он выполнил все данные фигуристские обещания. И даже больше того, ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны. Я к ней относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья ее всегда поддерживали. Досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры. Все бы и здесь у нее получилось, но есть много «но», о чем она не хуже меня знает. По факту она так и числится до сих пор хрустальным, так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла. Я желаю ей только добра. Мы дали ей все условия, которые она хотела. Поставили 4 программы. Хотя я был против менять что-то за 3 недели до старта и против ее выступления в форме, которую она не успела набрать. Ей как раз этих 2 месяцев и не хватило. У меня нет сомнений в ее будущем. Если она, конечно же, будет выкладываться на 100%, не болеть и восстанавливаться полностью, что я ей предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в Хрустальный, сказал Плющенко.